Доброе утро. Острова Ольгинского пруда. Фонтан. Нарцисс. Павильон Царицын в помпейском стиле. Скачущая амазонка. И мраморная скамеечка с античными богами. Зевс, Гера. Цветет еще сирень. Такой мраморный столик. Цветочки. Скоро распустятся пиончики, а за ними розы. Пришел объективчик 60 на 210 миллиметров, а этот 16 на 35. Хорошее дополнение. Молящийся мальчик протягивает руки к солнышку. Копия с античной бронзовой скульптуры 4 века до Рождества Христова. Колонны из рускеальского мрамора. Наверное, Венера. Бронзовые светильнички. Царицын остров. Старые дубы, липы. Тенистые. Работники парка что-то высаживают. Какая-то рассада. Да, вот по клумбочкам цветочки сажают. Здорово. Посещение сада плата такая же, как и в прошлом году, 300 рублей. Стеклянная колонна с никой, собор Петра и Павла. Мальчик, просящий милостыню. С той стороны молящийся мальчик, а здесь просящий милостыню. Там мальчик взывает к богам, а здесь к людям. Тенистая терраса. Спящая
Венера. Чтобы Венеру увидеть с другой стороны, нужно взять билет с посещением музея и выходом на террасу. Ну и с этой стороны она прекрасна. И в музее очень красиво. В следующий раз пойдем. Собор Петра и Павла. Какие-то цветы. Колонна с Никой. Вливают цветочки. Да. Ваза с агавой. Композиция «Руина» из разобранного предыдущего до Монферановского Исаакиевского собора времен Елизаветы Петровны. Сирень и розовые кустики. Сейчас я снимаю на объектив 16-55, а на Ольгинском пруду поставлю новый, который пришел, 60-210. На Ольгинском острове. Желтые кувшинки. Ольгинский пруд. Подвесной мостик над прудом. Красиво. На дне пруда лежат сокровища. А у тебя кто-нибудь из наших видел? Нет. Не, сейчас на вокзале. А, понял.
вчера помогал найти тебя в карте. Такая свежесть от воды. Чудесно. Аромат от воды. Очень такой освежающий, приятный. Старинный дуб, мощный. Сухом. Ольгин павильон. Венера, примеряющая сандальку. Дуб. У которого ветка образовала ухо. Это вот такое. Много слышавший на своем веку. По дубу прыгает синичка. Вот. Выискивает букашек. Подлечивает старый дуб. Тенечки.
гондола. Тенистая аллея. Колокол на соборе пробил 12 часов. Полдень. Хорошо. Ольгин павильон. Дракошками над балкончиком. Цветочки. Бюст архитектора Штокеншнайдера. Пойдем на скамеечку. Сменим объектив. Вот. Еще старый дуб. Повесили новый объектив. Красиво. Это похоже калина. Или боярышник, не знаю точно. Я не специалист. Oh.
хорошо. Венера меряет сандальку. На фоне Ольгинского павильона. Экскурсия. Возвращаемся на мостик. С этим объективом камеру держать тяжелей, увесистей стало. Что-то стабилизатор поругался. Приблизим. Вот собор Петра и Павла. Желтые кувшиночки. И собор, отражающийся в воде. С максимальным приближением, наверное. Отряхивает. Это я на руках держу. Ну, так приближать не всегда надо. Вполне достаточно. Чёртова горка. Там человек сгорает. Царицын павильон. Путятки. Уточкой. У желтых кувшиночек. Вот. Хорошо. Какие интересные облака. Цветущая сирень.
белая, нежная. Ника. И Царицын павильон. А тут больше приближать и не надо. Вон, а там уже пиончик распустился. Или это... Нет, это не пион. Пионы попозже. Вот как хорошо. Кричат чайки. Замечательно. Чудесно. Нарцисс, к которому мы вернулись, обойдя острова. Живые цветы под куполообразным фонтаном. Нарцисс засмотрелся на свое отражение. Гера, Зевс,
Амазонка. Поражающая. Барса, кажется. Да, барса. И молящийся мальчик. Вот такая сегодня прогулочка. Подписываемся, ставим пальчик вверх. Вот такой он у меня сегодня большой. С этим объективом. Очень рад комментариям. И пока, пока. До новых встреч, друзья. Американский дуб. Поругивается стабилизатор на тяжелый объектив. Стабилизатор-то у меня маленький. Вот. Из-за будочки. И дуб с памятной табличкой о незабвенном Вашингтоне. Вот как хорошо.